кладбище в Кристал Спрингс. Здесь похоронен Мейджор Джонсон. И похоронен Хьюстон Стекхаус. Вот. Вот это его родители похоронены. Стекхаус. Мейджора Джонсона мы не нашли могилу. Еще найдем когда-нибудь. А сам Стекхаус похоронен, как нам показывали. Сейчас мы туда пойдем встречать. Могилы его нет. Он умер недавно, а уже нет никого. Как нам показывал вот этот человек, и мы это помним, он Стекхаус похоронен вот тут вот. Вот. Вот тут в этой части похоронен. Ничего не осталось. Он показывал вот на это место. Вот. Вот он показывал на это место. Вот. Вот ориентиры, вот эти две могилы. Вот ориентиры. Если сохранятся эти могилы, то мы поймем, где похоронен Стекхаус. Вот здесь. Вот здесь. Еще раз. Вот палочка эта, вот это. Год назад я ее втыкал. Вот я ее нашел. Она была таким крестом, а сейчас одна осталась такая. Вот так вот. Вот тут похоронен Хьюстон Стекхаус. Так что если кто-то когда-то будет ставить здесь что-то, вот, имейте в виду, что может никто и не знает, кроме нас. Вот здесь вот. Вот окрестное кладбище. Вот такое вот. Вот такое кладбище. Окраина, вот дом, где живет тот, который нам показал. Он сдал его лично.